приветствую вас, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и я, Владимир. Сегодня у нас воскресенье и подводим мы итоги нашего конкурса. Итак, у нас разыгрывалась вот такая вот колоночка. 107 человек заполнили у нас форму. И давайте перейдем к форме, отключим прием ответов, чтобы у нас все было по-честному, все было правильно. Просмотрел, вроде по два раза никто не заполнял. Давайте выйдем в таблицу и в таблице уже посмотрим, сколько у нас человек, и перейдем в рандом. Значит, первое заполнял я, как проверял, и получилось у нас, значит, с 3 по 108 строчку. Давайте вбиваем с 3 и по 108. Нажимаем 3 раза. И победитель у нас номер 15. Давайте посмотрим, кто у нас под номером 15. Проверим, выполнил ли он все условия. Меркулов Роман Владимирович. Посмотрим, подписан ли он на каналы. Так, «Китай стал ближе» есть. Вот, нашел канал Рокс. Значит, есть подписка на канал Рокс, есть подписка на мой канал, канал «Китай стал ближе». Что у нас требовалось еще? Это вступление в контакт, в группу. Давайте посмотрим, что у нас. Перейдем на его страничку для начала. Значит, вот он, Роман Меркулов. Копировать и посмотрим, состоит ли он в группе. Упаковка посылок, ищем по участникам. Да, в группе он состоит, добавляем его в друзья и все. Значит, оповестим его о победе. Все условия были выполнены. Конкурс закончен. Следующий конкурс будет, я думаю, через неделю. Спасибо всем, кто участвовал в конкурсе. Присоединяйтесь к каналу. Будут еще конкурсы. Если у кого-то есть желание стать спонсором конкурса, можете писать в личку. Все это обсуждается, обсудим. А на этом все. До следующих видео. Всем пока. Будем связываться с победителем конкурса.